Друзья мои, всем привет! Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Я сегодня приехала на пляж, на Черное море, и хочу сегодня покататься на сапсерфинге. Первый раз в жизни. Не знаю, как это у меня получится. В общем, но под чутким руководством Алена сегодня со мной. Сегодня мне выдадут вот такую вот доску. Смотрите, какая доска. Весло. И я буду на сапсерфинге сегодня кататься. Сегодня чудесная погода на море. Смотрите, штиль полнейший. Я в купальнике. И сейчас поеду. Ну, конечно, инструктаж сначала со мной проведут. Алена. И поеду кататься. Все вам расскажу и покажу, как это все будет. Ну что, вперед! Так, ну что, знакомимся. Алена. Да, здравствуйте. Меня зовут Алена. Рассказать немножко про сапсерфинг. Да, вы расскажите, пожалуйста, да, что это за вид спорта? Сапсерфинг – это относительно молодой вид спорта, который набирает очень большие обороты сейчас у нас в России и пользуется большой популярностью. Потому что это такой вид спорта, который доставляет удовольствие, помогает расслабиться, в то же время работают 98% мышц. На серфинге можно не только заниматься спортом, можно отдыхать с друзьями, с детьми, брать на сапы с собой домашних животных можно. Можно заниматься йогой, расслабляющим, релаксирующим. В общем, получать удовольствие максимальное. Можно грести стоя. Если нет возможности грести стоя, можно грести сидя. Некоторые умудряются даже лежа. Вот. В общем, чтобы понять, что такое сапсерфинг, его нужно просто попробовать. Приходите к нам. Алена, а где вы находитесь? Мы находимся на пляже на Мамайке, пляж Фазотрон. Угу. Локация сапкультура. Нас легко найти по флагам. Угу. Так, а сколько стоит ваше удовольствие? Удовольствие стоит 500 рублей в час. 500 Обучение рублей. У нас проходит бесплатно. Отлично. Выводим, мы показываем людям, как встать на доску. Знакомим тоже, это все бесплатно. Отлично. Приходите, наслаждайтесь. Отлично. Вот я сегодня поплаваю и всем своим подписчикам все расскажу, как это и что это, и о своих ощущениях тоже. Да. Значит, плаваем мы на сапсерфинге, да? Да, это доска. Доска. Что она из себя представляет? Доска. У нас все доски надувные, двуслойные. Есть доски жесткие, но это больше, наверное, для спортсменов-профессионалов. Мы их не используем, потому что они неудобны как в хранении, так они не настолько устойчивы, как эти доски. У нас доски все разные по величине, ширине, длине, высоте. Это нужно для того, чтобы каждый нашел свою доску, каждый получил удовольствие. Потом тот, кто научился уже уверенно стоять на доске, максимально мы даем сложную доску, чтобы это уже на волнах можно было попробовать. В общем, делаем все, чтобы вам было комфортно с нами круглый год. Кстати, мы работаем круглый год. Зимой в гидрокостюмах. Гидрокостюмах. Да. Отлично. В гидрокостюмах. Гидрокостюмы мокрые. Работают они по принципу сохранения теплоты вашего тела. Поэтому очень комфортно. Также у нас в зимний период, ну и в летний тоже есть банька вот на берегу моря, которая в четверг и воскресенье топится специально для наших гостей по 300 рублей. Час, ой, день точнее, день? 300 рублей отдаешь, и ты катаешься на серфинге, топишься, моешься в банке. Ничего себе удовольствие и... какое. Да. Тут у нас сейчас это ротанговая мебель летом стоит с лежаками, с гамаками. Будет сейчас выставляться душ, угу. Раздевалка. Осенью тут будут беседки и шашлыки можно жарить. Ой, какая прелесть. В общем, у вас отличная душевная такая домашняя обстановка. Можно приезжать с семьей, да, и отдыхать здесь хорошо. Мы так и называемся сапкультура. Ой, какие вы молодцы, Алена. Масса. Отлично, спасибо. А как вы думаете, у меня получится сегодня? У вас однозначно получится. Сегодня очень хорошее море. Замечательно. Спокойное, да, штиль? Спокойное море, да, солнце не светит в глаза. Угу. Это поможет вам быстро встать в доску. Все, я уже хочу, всё, быстро, побежали. Быстро. Побежали на море, отлично. Так, ну все, мы уже начинаем приступать. Я бы вам этот чехол дала, мне как бы не принципиально. Я уже понимаю, что хочу, тороплюсь быстрее, скорее на воду выйти со своим сапсерфингом. Вот. Смотрите, какое море сегодня. Какое сегодня море.
что беру вас с собой сегодня. Главное, запоминаем. Мы держим вот так вот весло. Угу. В таком примерно расстоянии. Эта штука нужна для того, чтобы весло не тонуло. Весло алюминиевое, оно тонет. Угу. Эта штука спасает вас 1,5-2 минуты, пока не наберется полностью у него вода. Итак, надписи вперед. Ставили, прогребли вдоль борта. Ставили, прогребли. Основной момент, как менять весло. Угу. То есть вот так не надо грести. Два правой при таком штиле. Погладили весло, поменяли. Два левой. Угу. Так у вас сап идет прямо. Если вам нужно развернуть, заднюю часть в корму ставили и назад. Угу. Заднюю и назад. Попробуйте. Угу, пробую. В каждом сапе есть петля. Она нужна, чтобы заносить сап в воду. Также выносить его из воды. Также это является идеальным центром баланса. Что значит? Мы в сапсерфинге ставим ноги параллельно друг к другу, чтобы петля была между ног. То есть не как на волновом, так нет. Параллельно. Выходим мы на коленках, петля у нас между ног. Когда мы встаем, тоже у нас петля между ног. Это лиш. Он нужен для того, чтобы пристегивать. Это ваша страховка. Его пристегивают к любой лодыжке, к любой ноге, какой вам удобно. Это ваша страховка. Когда вы падаете или захотите искупаться, вы прыгаете, доска в считанные секунды самортизируется к вам. Весло — это ваш руль. Пожалуйста, бросайте его, ни при каких обстоятельствах. Угу. Он понадобится хотя бы, чтобы до берега догрести. Ну да. То есть упали, доска самортизировала к вам считанные секунды. Все, под резинки, вы все, висите, не обязательно сразу на него запрыгивать. Отдохните. Угу. У вас силы, возможно, как бы сразу не хватит. Все, пару секунд вода вас обмякла, вы отдохнули. За петлю одним рывком забираетесь. Главное, основное правило, если у вас весло не в руках, значит, оно под резинками. Снимаете вы, просто лежите на доске. Всегда весло под резинками, если оно не в руках. Когда будете вставать, основное правило – дать глазам линию горизонта, прямой. Наш вестибулярный аппарат так устроен, что если мы смотрим вниз, даже незначительные волны не понимают, что мозг падает. Вы выплыли на коленках, петля между ног. Вы готовы встать. Положили на сап весло в таком положении. Все, глаза прямо. Встаем, встаем. Весло в воду. Не надо обязательно грести. Постойте, привыкните к сапу. Почувствуйте его, потом потихонечку начните грести. Самое главное — не опускать глаза. Упал, опустил глаза, упал. Угу. То есть смотрим вперед. Только вперед. Только вперед. Никуда. Статичность. Дайте дома глазам. Угу. Любуемся красотой. Да, конечно, прямо. Сегодня солнца нет, у вас идеальный вариант, чтобы... Отлично. Встать. Все, вперед. Вперед. Сегодня я плаваю на сапсерфинге. Вот такая красота вокруг меня. Вот такая моя доска. Весло. И я плыву в открытом море. Сегодня штиль на море, красота. Вот такое чудо. Встаем, встаем, смотрим вперед. Класс! Женечка, привет! Всем привет! Как плавается? У нас прекрасно, у нас как будто рабочий день, а у нас перерыв на обед. И нас это радует, правда? В море. И мы решили покататься. Настроение как? Шикарное. Шикарно. Супер. Разве может? Я думаю, через недельку мы уже начнем нырять. Ой, какая прелесть. Разве может море не радовать, да? Солнце, море. Отлично. Вот так. Ребята, всем хорошего настроения. А мы с Женечкой поплыли дальше. Какое счастье! Это просто счастье!
Класс! Ой, восторг! Ура! Так здорово! Вот это да! Это здорово, это кайф. Ну что, поделитесь с нами, как у вас первый раз проходит на сапе? Я вообще в восторге. Я в восторге в таком. Сложно? Да нет, не сложно. Нормально. Мне кажется, любой человек осилит, встанет и поедет. Здорово. Мне кажется так. Мне нравится. Такое ощущение, вот это выдерживание равновесия, мне кажется, это завораживает ощущение. А как работают все группы мышц? Да. Немножко, немножко ножки вот дрожат. Так вот. В общем, короче, кайф. Во, всем советую. Сейчас разденусь.